что, выпьем это? Какая жалкая подачка! 1000 реалов за эти карты! Это что, всего 100 фунтов? И как человеку добыть состояние, если миром правят торресы? А вы никогда, раньше не работали на плантации? Знаете что? Хотел бы я увидеть эту самую обсерваторию. Губернатор сказал, это устройство для слежки за всеми людьми. Какая нелепость! Представьте, что такое обзавелась моя жена. А вы представьте, сколько это стоит. Продать нужному человеку, и я богатейший пират. Приватир в Вест-Индии. Увидимся, Боннет. У меня в этом доме встреча с мудрецом. Личная. Как тебя зовут, вор? Меня?
капитан, отвали! Грязная деревенщина! Где мудрец? Ты его отпустил? Нет, это не я. Кстати, очень жаль. Отвезти его в порт и в Севилью вместе с Серебряным флотом. Стойте! Я ведь привез вам карты! Да, привез, но лишил нас Дункана Уолпола. Какой позор, право слово. Пропащий он человек, Кэролайн. Какое море, он и для суши не скроен. Уедет в Вест-Индию, а худо будет тебе. Отец! Отец! Пойдем, вставай, родной. Чертов скряга! Как он ошибается! Надеюсь. Но ты-то мне веришь? Ты ясно видишь. Большой корабль гордо заходит в порт, и я на мостике. Я отныне знатный человек. И из моих карманов градом сыпятся золотые дублоны. Я вижу. Сена, кометела rápido. Голоден? Что ты задумал, друг? Найду оружие и корабль. Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el golfo. Quizá estemos a salvo. Украдем бриг. Эй, бери, что нужно. Я мигом. На этих кораблях много пленных. Освободите их, и они охотно пойдут с нами. Так каков план? Освободить людей? Потом найти быстрый корабль. Да, я отправляюсь за бригом, что стоит в бухте.
¡Tú! ¡Alto! Услуга за услугу. Поплывете со мной. Да за тобой хоть в пекло, друг! Вперед, парни! Если суждено утонуть, то не здесь. Тут рядом один брик, так он нас уже заждался. Идем на палубу. Готовься. Rápido por el aborto.
подойти к борту! Дэвид Джонсу станете петь, недоумки! Сейчас будет буря! Он дело говорит! Вы поднимайте якорь! Вы к фок-мачте! Вы к грот-мачте! Обгоним этот ураган! Следи за галеонами, чтобы без сюрпризов! Вряд ли! Дело дрянь похоже. Держи ровно, друг. Меньше гор. Вот накидывай. Сосредоточьтесь, капитан. Все паруса отдать. Видит Бог, едва вырвались из пасти Нептуна. Я Эдвард. Спасибо, что помог мне. Одевали. Бывал на Нассау, Одевали? Еще нет.
Да, ну и потрепало его. Он мне нравится. Все на ют, парни! Плывем домой! Я уже решил, Аде. Пусть будет галкой. В честь ловкой птицы из моего детства в Суонси. Ловкая птица, а? Скажи, тебя задело, что я взял Брик себе? Я привык к такому обращению со стороны тех, у кого светлые лица. Верно. Тебя бы мало кто признал как капитана. Так какая должность загладит мою неловкость? Буду квартирмейстером. Не меньше. Пусть так. А найдется ли у квартирмейстера совет для его капитана? Стоит высадиться перед Насау, набрать воды, сходить на охоту. Что ж, резонно, друг. Решено. Будем искать спокойное место. Я кое-что приметил в трюме. Порох и пара пистолетов. Если удастся, смастерю вторую кобуру. Неплохо. Что здесь смешного? Может, поговорим о состоянии корабля? Проблемы? Я прошелся по батарейной палубе и был поражен зрелищем. Фитильные пальники в куче. И один из них все еще тлеет. Черт! И здесь же рядом две бочки с порохом стоят бок о бок. Одной искры хватит, чтобы взорвались. Мы их уберем подальше. Что до пушек, их, считай, нет вообще. Жерло нужно прочищать. Они забиты ржавчиной. Банники похожи на острые ножи. А канаты насквозь прогнили. Если кратко, нам нужно снаряжение хорошее. Бой не выиграть насмешками и криками. Так что о своем оружии надо, конечно, беспокоиться. Но и не забывай о галке. Да, верно. Мы должны держать корабль и команду в отличном состоянии.